Хейо, гайз, с вами Шимки, и мы как бы продолжаем пройти игруху под названием The Binding of Isaac of Tributes Plus. Давайте, наверное, по челленджам, то у нас до хера не выполненных челленджем, а не выполненные челленджи это, как сказать, карточки, там какие-то руны, да, не открыты, короче говоря, предметы. Поэтому давайте, Head Trauma, поехали. Играем все уже, которые у нас есть челленджи. Я так подумал, давайте, наверное, другой челлендж возьмем. Darkness Fail. Скорее, Darkness Fail это у нас, кажется, лезвие, что ты мне даешь? Ну, я вас понял. Голову Бопа, да, далее. Дамаг и минус жизнь. Целое сердце, считай. Так, давайте я сейчас вот как сделаю. Нихера нету. Забираем лезвие, полетели. Так, вижу очень хороший камень. Так, ну у нас хотя бы с вами ножик есть, поэтому... Very nice, very... Ля? Читер, ты читер. Так, мне не ключи нужны, мне бы этот, бомбочку одну дали. Блин, ну, становиться сатаной как бы опасно с одной стороны. Хотя можно. Не, ну, у меня здесь дохера предметов, это довольно легкие, считайте, испытания. Ну, есть вероятность, что мне не будут выпадать сердца, хотя, что за глупость. Ключи. Мне монеты что-то не дают. А, отлично. Бомбу дашь? Если он даст мне бомбу, я пойду, короче, этот. Найс. Так, чемпионская версия. Блядь, вот эти убогие мухи. Короче, нужно этих... Не, ну хватит. Подожди, а что у меня за мод стоит? У меня же он же по сути выключен, я надеюсь. У меня должен быть мод там, кажется, выключен или включен. Но усложнение врагов. Термит. Термит это... Не, консоль, ну нахер. А что нам дает термит, я не помню. Золотую комнату я не вижу. Плохо. Это, скорее всего, магазин, но... Блин, у меня ничего нету. Ни бомб, чтобы взорвать. Не это. Больше всего лишь мне нужна одна. Одна. Странная бомба. Ладно, буду, если что, убивать их с помощью этого ножа. Ой, ё-моё. О, нихера себе. Что я обнаружил. Блин, мне бы адскую сделку не просрать. А то рели будет обидно как-то. Три монеты. Могу купить бомбу по скидке. Ведь я уже давно в Айзека не играл. Я вот это... Сейчас же прохожу, как он называется. Borderlands The Pre-Sequel и все. Потому что сколько он, блядь, там пару доп-миссий выполняешь, да, как обычно. И уже все. GG. Не, у него пробел хороший, ну блин. Он довольно опасный, этот пробел. Так я ключик там, кажется, не взял. Охренеть, охренеть, охренеть. Ну вас нахер.
Минус адская сделка. Изи, просто изичайшая. Тварь. Животное. Что, перезапуск делать? Да ладно, я думаю, так справимся. Только то, что мне дроп нихера не дает. Нихера себе, бомбу дали, бомбу дали, бомбу дали. Побежали. Ран, ран, ран. Ладно, как раз тогда еще сердце то захватим. Я сейчас взорвем, может там что годное будет. Вот так. О, отлично. Вот черт, бомба, где ты раньше была, а? А, полетели. Даже так. Блин, я бы пакет взял. Вау, класс. Все, просто ножом его захерячили. Трусики, найс. Ну, все, в принципе, да? Далее. Прилетели далее. Блин, не, я думаю, да. Ну, все равно нам там не так уж долго, да, нужно было. Все. Я думаю, в этом не рассорится. Зашел он, блин, и сраную пилюлю подобрали. И враги никудышные. Ну нахер. А, мне все. Блин, если бы это была двойная, здесь, походу, не бывает, да, двойной? Ну, нужно будет еще моды посмотреть некоторые там на разных боссов. Чего? Ж ё-моё. Так, вижу хороший камень. Охренительная монета. Нахожу еще 3 монеты. Считаем, можно зайти в магазин. 2 монеты еще нужно. Либо бомбу нужно найти, чтоб я взорвал там херам все. Не, здесь я точно должен монеты выбить. Так, этих убить. А то будут мешаться. Давай, монетки. Костров до хера. Вы гоните, да? Да не сердце. Монетку. 2 монетки надо. Да уж. Окей, погнали к боссу. О, найс. Найс, 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 найс. Классный враг. Просто замечательный враг. Особенно вот эти призраки меня бесят. Ай. Так, рука. Дроп карт. Повезло. Повезло, повезло. The Hierophant. Так, на мне проклятие. Ну,
На мне проклятие, это плохо. А, у меня бомб нету. Смысл. А почему фрезы? На что фрезы? Почему вообще оно лагает? Айзек, не издевайся надо мной. Почему только Steam версия лагает? Обычно не лагает, а Steam версия лагает. Так, хорошо. Главное не потерять Ball of Steel. Сделаем адскую эту сделку. Хотя можно и райскую. Там не очень так важно. Дай... О! Изи монета. Все отлично. Теперь мы можем зайти в магазин и еще себе что-то и купить. При этом. У нас 4 ключа. Почему бы и нет? Так, это кажется взрывной, да? А, не, мухосоздатель. Так. Странные мухи. Еще монетка. А были ли мы с вами с левой стороны? Да, блин. Там у нас какая-то комната на два ключа. Синие мухи дают дабл дамаг. Блин, и бомбы не купишь. Я бы еще рерол мог сделать. Увы. Увы и ах. Увы и ах. О-хо-хо, как мне повезло. Как же мне повезло. Ай. И бомбу дали. Что, пойдем реролить? Или оставим лучше? Вдруг хороший камень выпадет. Да, я думаю, гуд для до хорошего камня лучше оставим. Так, ключик. Ай-яй-яй. А вот как раз хороший камень. Очень хороший. Изи потрачено. В смысле? В смысле ты меня надамажил? Скорость атаки. Черное сердце. Ну, блин, часть гарпия не. Лучше пускай будет у меня райская комната. Если там был бы бремик, либо типа того, то я бы взял с радостью. Так, что у меня по урону? Блин, я вообще отучился в Айзека играть. Так, магазин еще есть, отлично. Что-то там мне эти сундуки проклятые часто начали падать. Ух ты, это у нас букварим вообще. Возьму книгу.
Так, слепого грохнуть. Наверх. Так. Ага, ключ хер знает где. А это тратить. Тратить хп, хотел сказать, надо. Блин, а хотя там бомба есть. Я пол сердца, да, теряю, получается? А нет. Фулл сердца. Класс. Великолепно. Просто потрясающе. Жаром. Жара, жара. Один сундук. Нет, нафиг надо. О, это вот эти мухи золотистые. Пипец, у меня урон так мало. Локап монетка. А, так локап монетка, она подсвечена такой более зеленого цвета. Сколько взрывов. Сколько взрывов. Попадает. Ну, летит оно далеко, но такое, такое. А, так они об огонь там уничтожаются. И где ты? Боже, как меня эта комната теперь бесит. Неужели? Ага, погнали магазин искать. Опа. Опа, опа, опа. Это же бомба. Так, у меня одна жара есть. Сердце. Ништяк. Вау, 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 вау. Только, знаете, странно, он бесполезный ж. Он так в золотых комнатах работает. Или это босс комнаты? Нет, это золотые комнаты. Да, просто минус деньги. О, это еще этот такой червяк. Так, почти сдох. А куда ты стрельнул? А куда урон начал лететь? Так, что спиннер взять? Давайте спиннер возьмем.
Спиннер, спиннер, спиннер. Красный спиннер. Я очень шустрый. Но урон мне все равно не очень нравится. Урон все равно не очень нравится. Побежали. Мне сейчас и не сердца нужно очень сильно. Давай. Эй. Так, еще один ключ. Только мне теперь нужны монетки. Уч. 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 Ох, отлично. Мне просто повезло. Очень хорошо повезло. Очень-очень повезло. Так, тихо. Так, берем руку. Берем джару. Ера. Ера. Дублируем сердца. Блин, хотя я мог сначала прожать сер... А не, так бы не сработало. Ладно. The Hierophant. Hierophant. Я удивляюсь, как меня не зажали. О, терза! Конечно, возьму терзу. Ну, погнали. Да. Заблевал. Ой. Животное, прекрати. Не, птица, она очень медленно атакует. Ай. Готово. Опа, это соглашение, плюс еще терза. А, просто муа. Сердце красное. Сделки нету, это плохо. Так, и сейчас нужно дверь закрыть. Так, опа. Готово, готово. Ну, терза это жопа. Терза это у нас сейчас жопа. Пипец, насколько им нужно урона, это ж пипец. Как они меня бесят. Тупые призраки. Хер убьешь их, плюс они исчезают постоянно. Блин, у меня еще и проклятие. Вообще шикос. Вообще нуайс. Мне красное сердце нужно найти срочно. Твари мелкие. Так, здесь отлично, все.
Так, эти взрываются в виде звездочек. Можно пойти, но там, мне кажется, будет переброс. Ясно. Блять. Мне нужно две, да, бомбы? Чтобы его убить. Давайте тогда здесь. Ясно. До свидания. Ясно, понятно, до свидания. Тогда влево. Да влево пойдем. Мешочек. О, ключи. Ключи, монетка. Спасен. На немножко, но спасен. Мне очень быстро, срочно, даже не быстро, а срочно нужно красное сердце. Нет. Хотя там можно было получить так сердце. Нафиг рисковать. Так, хорошо. Поехали. Из хорошего ко мне ничего не выпало? Как так? Ладно. Блин, нам нужно сейчас чисто только сделка сделана. У нас только такой вариант. Но мне и магазин, по сути, нужно найти где-то. Так, а ты ж какой у нас? А, ты такой у нас. Так, давай, давай, давай. Мне нужен сраный магазин. Я не уйду, пока не найду магазин. Ой, боже, как по тебе попасть, тварь? Одна бомба. Так, стоять, мне нужно в магазин идти. Я ж так магазина не нашел. А мне как раз на магазин хватает денег. Вот он. Ясно. Ну, сердечко купим. Купим сердце, чтобы костяной не потерять ненароком. Бля, это с камнем, который. Камень помогает. Так, плюс еще хп берем, плюс дамаг, плюс хп. Плюс дамаг. Ай.
А я леофаном стал. Нихера у меня скорострельность. Это изи. Это изи-вин. Просто изи-вин. Поехали. Фиса как с пулемета херячу. Ай. Не, понятное дело, что я выиграл, но... Это жестко. Это пипец жестко. Только, блин, мне этого не дали. Как он называется? А, не суть. Или нафиг надо? Эти пилюли. Короче, это просто полный разгром врагов. Изи вин, изи визи визи. Чтобы не просрать сердцем. Так, готово. Вниз. Шипы мне ваши не страшны. О, блин, если будет еще спектральный слез, это вообще будет джиджишка. Просто 100% джиджи. Что, будем пытаться выбить? Блин, можно еще сходить поискать монетки. Мне кажется, я фиг найду их. Если нет, купим, короче, то с картой. Батарейка. Да, погнали за херней с картой. Она плюс еще, кажется, по скидке, да, там продается. Ничего себе, классно. Ну го, еще посмотрим, может что-то дадут, он бомбу халявно дали. Ну и все, в принципе. Подбери. Просто мы растащим ее. А, это плюс еще специальная версия. Ай. Куда пойдем? В рай? Go в рай. Go в рай, go в рай, go в рай. 79%. Плюс монетка. Плюс сундук, плюс еще бомбы. Так, у нас уже 3 бомбы. Мне главное нужно было его убить. Об этих можно потом позаботиться. Так, налево. Налево, вниз. Немного не туда зашел, да?
порванный гандон. Нет, это тринька самая охерительная. Я на другой никакой не проминаю. Проминать, проминать. Да, именно проминать. Готово, батарейка вниз. Почему мне так не везет? Ключ. Готово, пилюля скорости, скорее всего. Да. Пилюля скорости. Так, один готов. Манать. Да. Это просто что-то с чем-то. Это Brimstone наш новый. Ну как новый? Просто поменявшаяся моделька. Теперь я не просто даже не сомневаюсь, что это изи. Это будет просто изи. Легчайше намного. Это я поставил, чтобы типа радуги, чтобы однообразно не было вот так красной. Только, блин, а не, урон остался. У меня плюс еще скорострельность хорошая. Ну, пойти на хаша. Не. Уж нет. Уж нет. Один ключ. Блым-блым. То давайте, у меня все равно ключ хороший. Ай. Ни хрена себе! Кошачок, я с тобой. Просто две имбовые вещи. Бримстон и этот кошак. Все. Просто ходишь, убиваешь. А ну а что там за карта? Мэджик, алой, боже! Это все. Изи. ХДГС.
получена новая у нас рунка, поэтому давайте на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Следующий, наверное, тоже челлендж, либо все-таки пойдем на хаш, потому что мы на хаш так не часто ходили. Поэтому всем пока.